Милок, ты хороший человек, а я уже отжила свое. Может, хватит пургу нести? Бабуль, да тебе там всего лишь лет 70, да ты еще меня переживешь, да все будет хорошо, пожалуйста, возьми себя в руки, просто поспи, я тебе дал вот 2-3 таблетки, даже уже аптечка эта первой помощи не спасает. Бабуль, пожалуйста! Ты мой единственный недородственник, завещаю свою квартиру. Ну, как бы везде есть свои плюсы, бабушки не станет, квартира появится. Но если выбирать между квартирой, если выбирать между тобой, то я выберу тебя, бабуль. Я вижу свет в конце тоннеля. Да все будет хорошо, подожди. Ой, что ты мне плохо как достала? Баб! Поплай! Ай, карать, нехорошо, аж башка-то разболелась. Да что ж это за дичь-то такая происходит, я чё-то не могу понять. Не-н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 е. Бабуль, я не знаю, как тебя вообще так могли пырнуть. Ну, рано тебе туда отправляться. Да все будет хорошо, сейчас, подожди, я скорую вызову. Надеюсь, то, что она в этой жопосливке вообще существует. Люди! Что ж это за дичь такая происходит? Люди, помогите! Да помогите кто-нибудь! Да бабуля плохо, я не знаю, к кому обратиться, пожалуйста! Люди! Ай, башка-то тоже так болит, бабулька умирает, а не я, почему мне-то так плохо? Скорая помощь! Пожалуйста! Я не знаю, как к кому уже обращаться. Да рот уже закрой, собака. Это ты, собака, я к тебе за помощью обращаюсь, ты помочь не можешь. Иди сюда, пописяка, разберемся с тобой. Сейчас двоечку тебе пропишу слева и справа. Когда тебе нужна помощь, я тебе всегда помогаю. А когда... А, да, вот сразу. Правда глаза, да, зарезала, Семёныч? Ага. Да занят, я в следующий раз полицию вызову. А, да пошел ты в пипуку со своей полицией. Никто помогать-то не хочет. Ой. Че? Бабуль, открой глаза. Бабуль! Почему я так потею? Я не могу понять. Я весь мокрый, полностью промок насквозь. У меня такое ощущение, что и меня пырнули бандиты в предыдущей серии. Бабуль, ты не против? Я здесь рядом с тобой прилягу. Если побирать, то тогда вдвоем. Я не знаю, как меня пырнули, но походу и бабку с-под тишка пырнули, и меня с-под тишка пырнули. Спасибо всем! Спасибо всем, кто смотрел сезон Грабителя. Он подошел к концу. Что тебе надо? Да о, какой парацетамольчик выпить. Дед, с ума зашел, дай помереть спокойно. Почему даже помереть спокойно, не дашь ли мне бабульки, какой парацетамольчик? Ты думаешь, обычные таблетки от смерти помогут? Не выпьешь, пропиздон пропишу. А, ну хорошо. Бабуль, не хочешь пропиздон? Выпей. Там еще и осталось даже немножко. Дед, таблетки от смерти еще не изобрели, а таблетки отправления в другой мир еще не существуют, поэтому что тебе от нас надо? Дай спокойно умереть, что мне, что бабки. Все хорошо с нами будет. Ой. Слушай, а башка немножко перестала болеть. Бабуль, ты как себя чувствуешь? У вас температура была обычная. Да чё ты гонишь, пердак старый? Какая температура обычная? Бабульки пернули вот это в пердохали. Ну, в смысле, в перов пернули бабульки в предыдущей серии.
И мне тоже вот сейчас подтишка, когда я выходил на улицу, там людей о помощи, вот этот завал, пердули нас. Какая температура? Ты думаешь, я не могу отличить температуру от того, что нас пропердохали? Бандиты нас в предыдущей серии убить хотели. А ты-то что тут вообще забыл, а? Ты же сюда что приперся? Это наш гараж, точнее мой. Я этот гараж в предыдущей серии купил. Да я тут инструменты свои забыл. А чего ты взял то, что они твои? Ты как бы гараж продал, инструменты моими стали. Бабуль, вставай. Вставай, бабуль. Бабуль, ты как себя чувствуешь? Хорошо? То есть ты мне наврала, да? То есть предыдущая серия называлась там «Похороны бабули». Я уже всех подписчиков напугал, то, что ты умираешь, а оказывается, ты меня просто заразила, и я тоже умирать начал. Ну, в смысле, температурой. А ты что, лучше? Да в смысле, я-то что лучше? Ну, как бы, да, я тоже умирать начал, сам ныл уже. Ну, потому что ты меня заразила этой своей болячкой. Ты ныла, я ныть начал то, что мы помираем. Кто же это знал, то, что у нас просто температура, а никто никого не пырнул? 70 лет, ведешь себя как девочка какая-то 12-летняя, как подросток. Температурой ты мне ныть начала, то, что в школу, да, не хочешь? Ой, дед. А на самом деле у меня действительно температура, я сегодня проснулся и чуть не офигел. Проспал примерно часов 14, а то и 15. Что-то она как-то вообще не прошла. Но дед пердак старый и бабуженцы, как бы ролик я записать в любом случае должен, даже с температурой. Парацетамончик полезная вещь. Ладно, бабуль, нам с тобой нужно сделать то, что мы запланировали сделать в предыдущей серии. Где моя ключ-карта? Семёныч мне сказал то, что это ключ-карта от гаража богатой женщины. А все мы знаем, что в этом гараже. Он же ремонтировал ей тачку. Она ему дала ключ, чтобы он, ну, когда захотел, тогда и приходил к ней в гараж и там крутил двигатель, да? А ключ-карту-то я нашел в сейфе, а сейф-то я вынес тогда во время ограбления. А ты, дедуган, здесь еще что-то забыл? Я не могу понять, ты свои инструменты забрал? Все, можешь, давай сваливать отсюда. Я не понимаю. В смысле, нет? Не, я как бы тебе благодарен за парацетамончик, за пропиздончик и мне, и бабуженцы. Ну, как бы, ну, все, имей совесть, это мой гараж. Милок, подойди сюда. Сейчас, подожди. Бабуль, надо как-то сплавить этого дедугана, он что-то не хочет уходить, а нам надо как бы уже сваливать и также закрывать гараж. Наш! А воровать следующий гараж. Да ёперный театр, чё эти сопли-то так? Милок, я нашла мужчину своей мечты. Да? Не, бабуль, ну как бы, я все понимаю, да, то, что мы с тобой долго знакомы, но я нет. Мне это 24 года, тебе 74 года, поэтому он такой хороший, сильный, красивый. Я знаю, бабуль, не надо льстить, но мы не созданы друг для друга. Ты реально как будто моя бабушка. Мы с тобой встречаться точно не будем. Да не ты, дурень. А кто тогда? А тот дед. Это дед? Мужчина твоей мечты? Так вот ты его даже не знаешь. Вы с ним видитесь второй раз в жизни, и то вы виделись по 2 минуты. Детей от него хочу. 74 года детей хочешь? Ой, реально, лучше не орать, а то башка как бы болела, так и болит. Ты в 74 года детей от него хочешь? Ты с ума сошла? Успокойся, иди давай, лучше полежи. Ты полежи, а я пойду дела делать, вот эту тачку староты бзю, у богатой же. Ёперный театр. Ну ладно, давай, посмотрим, что с этого получится. Дед, давай сосаться! Баб, ты что, сумасшедшая? Бабуль! Баб! Тебе бы на уроки пикапа сходить, ты понимаешь, что же так с этими со вторыми половинками не знакомятся, какие сосаться! Вот примерно и я так познакомился со своей первой девушкой, когда мне там было лет 11, я подошел такой, давай сосаться, и получил пропиздон. Вот сюда, по левой щеке. Мужики, будьте умными, бабы тоже, нельзя так просто подойти и сказать, давай сосаться. Ну чё там, пососались? Не догнала. А, ну конечно, не догнала. Ты бы еще так к нему подошла и сразу бы сказала то, что дед, давай детей с тобой забабахаем. Вот тогда бы он 100% согласился. А что ты начала-то просто с этого давай сосаться? Он просто подумал то, что не серьезным предложением, то, что ты несерьезно относишься к этим, к их отношениям. Ой, господи. Бабуль, принеси салфеточку. Или платочек. Да я выдую в твой вот этот платочек на башке. Иди сюда. Ладно. Все подписчики долго ждали. Когда мы откроем сейф и узнаем, что внутри сейфа. Все подписчики долго ждали, когда мы с помощью этой ключ-карты откроем гараж и посмотрим, что там внутри. Все подписчики долго ждали, когда мы уже наваримся кучей баблища. Даже я долго ждал, бабуль.
Странная простуда. Когда мы сможем старотыбзить у нее машину? Кто бы знал, то, что в этом сейфе будет ключ-карта. Поэтому давай пошли, пошли. Не зря я в предыдущей серии потратил 7000 на гараж. Сейчас это нужно все купить. Стой на шухере, на шухере. Подойди туда чуть-чуть, подойди. Туда дальше, дальше. Если там не машина, есть там просто какой-то хлам, который они собирают уже на протяжении 10 лет. Я не наварюсь ничем. Я выплюну обратно этот парацетамончик и пойду заново умирать. Раз, два, три! Ля, лучше не горит, а так и помереть можно. Бабуль, ты понимаешь, сколько эта махина вообще стоить может? Ты это понимаешь? Бабуль! Да какие? Ну, да не, ну, учитывая даже, что она бушная, учитывая все эти нюансы, учитывая то, что у нее пробег, да я ее могу толкнуть за 1100. 100 000. Да ты в жизни столько пенсии не получила, как мы сейчас толкнем вот эту, продадим вот эту тачку. 100 000, ты-то это можешь понять? 100 кусков! Как... Ты слышала, кто-то дверь открывал? Ты слышала? Оперный театр, да чё ж-то всё так не вовремя? Что простуда, что температура, что кто-то в горах... Богатая женщина! Я надеюсь, она нас не сможет заметить. Она сейчас просто сядет в тачку и уедет. В пятерочку или куда там. Маникюр делать или что. Здравствуйте! Представитель компании Oriflame. Разрешите представиться, я Геннадий, это Аврора. Мы решили вам вот это, пробрались к вашему случайно в гора... Бабуль, мы в заднице. Там! Только, пожалуйста, не орите, да? Вы меня помните? Не материтесь, пожалуйста, на английском, не надо материться. Да, вы меня помните? Я у вас ремонт делал. Я ремонт у вас делал, этот чуб. Да, какой грабитель? Да какой грабитель? Да нет никакого грабителя. Да успокойся. Будешь орать, я сейчас этим гаечным ключом по башке шандарахну. Я вот... Не надо никакую полицию. Геннадий Петрович? В смысле, милая, ты что орёшь? Вы еще кто такие? Бабуль, если что, это хозяин моей хаты, в которой я жил. Ну, живу, точнее, живу. Ой, привет, Шкет, а ты тут что забыл? А, так, подожди, Геннадий Петрович, а вы муж богатой женщины? Ёперный театр, вот это я попал, конечно. А, я тут просто пришел, я же вам должен за хату платить завтра. Я вот пришел вам сказать то, что я деньги-то завтра принесу, заплачу за хату, и вот, ну, я пришел вас уведомить, его, что просто я скоро буду за квартиру платить. Ты уже мне бабки задолжал. Да я знаю то, что я 3 дня назад должен был заплатить за хату, но просто там такие нюансы произошли. Я с хаты съехал, а ему не сказал. Вот, и не скажу. Завтра заплачу 10 тысяч, как я прям должен, все будет хорошо. Все? А что ты в нашем гараже забыл? Так я просто, ну, я пришел, я стоял возле вашего гаража, вас ожидал, чтобы вам сказать то, что я скоро заплачу за хату. Ваша Дуримонда, жена, она гараж не закрыла. И это еще представьте, как хорошо то, что это я обнаружил открытый гараж. А вы прикиньте, если бы какой-то грабитель бы обнаружил то, что гараж открыт. Да он бы уже давным-давно вашу тачку бы старотыбзил. А вам, мадемуазель, надо почаще проверять, когда вы уходите, закрываете вы гараж или нет. Поэтому, Геннадий Петрович, может даже сказать то, что я вашу машину спас. Ну, хорошо, хорошо. Вот. Парацетамончика не найдется еще одного? Ну все, давай сваливай отсюда. А, да, пошли, бабуль, пошли. Так, ну мы здесь посидим. У нас еще как бы времени много. Вам, наверное, уже на работу отправляться надо, вот. Завтра заплачу за хату, завтра все будет хорошо.
Пошли, бабулька, сядем сюда на скамеечку, посидим, попердим, свежим воздухом подышим, нам-то вообще полезно, мы с тобой болеем, мы, точнее, пырнули нас, как ты сказала. Да, мы подождем. Хорошей вам прогулки, Геннадий Петрович! Хорошей прогулки! Угу, угу. И вам тоже, да-да-да, и вам тоже! Бабуль сиськи в руки взяла и побежала сюда за мной. Быстро, 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 пока они не вернулись. Открывай гараж, бабуль, открывай гараж, давай быстро, 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 открывай гараж. Ты понимаешь, что я сейчас сижу в тачке, которая стоит минимум 100 тысяч. Бабуль, давай за мной, быстро. А куда бы тачку-то угнать? Сейчас мы где-то ее зафаршмачим и потом продадим. 100 кусков я только что украл. 100 тысяч украл, понимаете, 100 кусков. Только где мне сейчас припарковать эту машину, чтобы никто не заметил? Ой, ладно, бежим к Кошотику, Кошотику! Сейчас я у него где-то там ее припрячу. А кому-то я смогу ее толкнуть за 100 тысяч-то? Кто такие бабки на меня-то потратит? Парацетамончик найдется, что-то башка опять начала болеть. Бабуль, ты там догоняешь, нет? Сомневаюсь.